Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим перловку с капустой и курицей. Для приготовления нам потребуется 125 грамм перловой крупы, 80 грамм моркови, 80 грамм лука, 500 грамм капусты, 350 грамм курицы без кости, у меня филе бедра, 30 грамм томатной пасты, чайная ложка соли, пол чайной ложки черного молотого перца, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 300 миллилитров холодной воды. Перловку заливаем кипятком и оставляем на 30 минут. Уровень воды должен быть на 2 сантиметра выше крупы. В чашу мультиварки наливаем масло. Выкладываем мелко порезанный лук, морковь, натертую на крупной терке, курицу, соль и перец, томатную пасту, холодную воду. Перемешиваем. Перловка постояла полчаса. Воду сливаем, добавляем курицу. Аккуратно разравниваем, чтобы она была в воде. А сверху выкладываем капусту. Капусту я нарезала не очень мелко. Выкладываем поверх крупы. Закрываем крышку мультиварки. Готовим в мультиварке Red Solution 88 на режиме тушения 1 час. Прошел час. Аккуратно перемешиваем все блюдо. За час перловка успела приготовиться. Блюдо получается очень вкусным и сытным. И отлично разнообразит ваш обед или ужин. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!